Государственное учреждение управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области информирует. Лицам, занимающимся нерегулярными перевозками, осуществляющими туристические и экскурсионные перевозки автобусами и микроавтобусами, обязательно нужно получить лицензию при помощи государственной услуги, которая оказывается на платной основе. Прием заявления осуществляется через некоммерческое акционерное общество, государственная корпорация правительства для граждан или на веб-портале электронного правительства. В случае перевозки пассажиров без наличия лицензии будут применены административные меры.